Глава Асбеста Наталья Тихонова вручила свидетельство о праве на получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий двум молодым семьям. Это все стало возможным благодаря тому, что город Асбест является участником государственной программы развития государственной политики в строительном комплексе до 2027 года. В 2023 году право на получение свидетельства у нас имеют две семьи. Семья Безгодовых и семья Курбоновых. Для нас это всегда очень приятное событие. Являясь участником государственной программы и определяя необходимую долю софинансирования за счет средств местного бюджета, ежегодно несколько семей в городе Асбесте получают необходимые денежные выплаты с участием федерального, областного бюджета и местного бюджета для изменения жилищных условий. Одна из получивших свидетельства, Вероника Безгодова, рассказала, что эта выплата ее семье как раз очень необходима. Две дочери подрастают, и теперь есть реальная возможность улучшить условия проживания. Сейчас вот благодаря этому сертификату, так сказать, есть возможность что-то побольше уже присмотреть. Ну, я присматриваю либо в Асбесте, либо как бы на стройку буду все-таки направлять. Сейчас еще как бы время есть подумать. Вот. Отметим, что всего в отборе на предоставление такой социальной выплаты приняло участие 28 семей. Две молодые семьи, одна из которых является многодетной, получили сегодня выплату на общую сумму более 3 миллионов рублей. Дмитрий Рудаков, Максим Фетисов, новости Асбестовского телевидения.